Богатый урожай созрел нынче на полях колхоза имени Горького Правдинского района Калининградской области. Сейчас и для лучшего комбайнера Олейникова, и для агронома, кавалера ордена Знак Почета Мироновой, и для всех тружеников колхоза самая главная заповедь – убрать урожай без потерь. В хозяйстве составлен план работ, где предусмотрена каждая мелочь. Уборка хлеба здесь – единая поточная линия, которая начинается на нивах, а заканчивается на таку. В нынешнем году хлеборобы колхоза, успешно выполняя свои социалистические обязательства, собирают с каждого гектара до 35 центнеров пшеницы.